польская сторона с 3.00 10 июля не принимает грузовые транспортные средства, следующие из Беларуси через пункт пропуска Козловичи. И если вчера здесь грузовиков в очереди не было, то за прошедшую ночь их количество выросло до 600. Со слов водителей, пересекающих белорусско-польскую границу, поляки усилили контроль. В направлении Беларуси через данный пункт пропуска транспортные средства пока следуют, но гораздо медленнее обычного.